Судебное заседание по делу Демьяна Ганула снова перенесли. В этот раз причиной стало отсутствие потерпевшего в зале. Бачите, судовий процес саме затягується зі сторони, скажімо так, опозивача. Таке відчуття, що ми знаходимося десь в Росії, напевно, тому що повністю зараз діють проти патріотів, проти активістів. Вони вважають, що моя соціальна робота якось заважає державотворенню чи державотворенню української нації, і тому вважають, напевно, що у в'язниці я приношу більше користі саме нашій державі та суспільству. Хоча це зовсім не так. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения. Общественная организация «Зеленый лист» сообщила о готовности взять активиста на поруки. Ранее суд избрал Ганулу меру пресечения в виде личного обязательства. Во-первых, мы активно сотрудничаем с общественной организацией «Волочный фронт», и непосредственно Демьян Ганул участвовал и участвует в высадке зеленых насаждений, и в частности перед облгосадминистрацией на Французском бульваре. То есть все те важные для формирования гражданского общества мероприятия, их поддерживает непосредственно Демьян Ганул. Демьяна Ганула обвиняют в нанесении побоев полицейскому перед концертом Ирины Билык, который прошел 8 июня на Черемушках.